Россия готовится ко дню космонавтики. И хотя эпидемиологическая обстановка пока не позволяет провести торжественные митинги, во многих регионах пройдут виртуальные уроки мужества. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии сегодня поздравил с наступающим праздником Героя России, бортинженера трех экспедиций Николая Бударина. Если подсчитать все время, которое Николай Бударин провел на орбите за три полета, получится более 440 суток. За мужество и добросовестный труд ему присвоили звание Героя Российской Федерации. Накануне праздника он планировал приехать и в республику, но пока только и остается, что передать привет землякам по видеосвязи. Добрые теплые слова всем жителям Чувашии. Очень приятно всегда было общаться и с детьми, и со студентами, со школьниками. Нам поможет пережить все эти невзгоды, которые завалились сейчас на наши плечи. Андриян Николаев, Муса Манаров, Николай Бударин, покорители вселенной, стали примером для многих мальчишек и девчонок. Временно исполняющий обязанности главы региона отметил, что вклад уроженцев республики в патриотическое воспитание молодежи неоценим. Я каждый раз, когда вспоминаю вот ваш, можно сказать, подвиг, когда вы спускались и попали в нештатную ситуацию, когда рассказываю детям о том, как вы эту ситуацию проходили, конечно же, каждый раз вот мурашки по телу проходят. Даже сейчас вот это ощущение ощущаю. И мне кажется, если вы лично об этом будете нашим детям рассказывать, показывать, это будет, конечно же, намного впечатлительнее и больше эмоций вызывать. В мемориальном комплексе Андрияна Николаева временное затишье. На официальном сайте виртуальные туры с аудиогидом. Интерес к истории освоения космоса не угасает. В ближайшие годы музей села Шоршилы ждет большая реконструкция. В проекте планетарий и обсерватория. Ожидается, что будут созданы дополнительно 7 экспозиционных залов, расширено фондохранилище, будут несколько интерактивных классов с использованием современных технологий. После реконструкции музей космонавтики должен стать современным образовательным центром, отметил Олег Николаев. Работы планируют начать уже в этом году. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев, Республика.